In Deckung! Потеряли капитана, черт! Отличный парень был. Надо выбираться из этого проклятого места. Граждане Советского Союза! Товарищи, этот день будет самым героическим днем вашей жизни! Бейте немецко-фашистских захватчиков изо всех сил! Отомстите врагу! Пусть за каждого павшего советского солдата враг получит 10 убитых фашистов! Не будет пощады трусам, пораженцам и предателям! Любой, кто покинет свой пост, будет расстрелян! Помните приказ дорогого товарища Сталина! Ни шагу назад! Вы будете хорошо вооружены в будущих битвах! У вас будет пища, вода, оружие и много боеприпасов! Как вы думаете, что есть у немецких солдат? Их линии снабжения истощены. Их безрассудное продвижение к Волге приведет к нашей победе. С нашей превосходящей силой, с нашей героической доблестью мы не можем не победить. Мы остановим фашистских захватчиков. Посмотри! Именно здесь, под Сталинграда! Они возвращаются! Убить его! Смерть предателям! Не отступать! Огонь! Огонь по резервирам! Солдат с винтовкой стреляет. Солдат без винтовки следует за ним. Когда солдата с винтовкой убивают, солдат без винтовки берет. Thank you.
товарищ! Я не могу попасть в этих пулеметчиков там наверху. Мне нужно, чтобы вы отвлекли их огонь на себя. Видите этот грузовик там наверху? Дайте им перезарядить оружие, а потом бегите и не останавливайтесь. По моему сигналу. Готовы? Давай! Ладно, товарищ, делаем то же самое. Сначала мы направляемся вон к той разбитой машине. Дайте им перезарядить оружие. Готовы? Хорошо. Вперед! Вперед! Что ж, товарищи, либо вы везунчик, либо у вас очень маленькая голова. Мы будем в большей безопасности в том здании внизу. Не беспокойтесь, офицер. Я позабочусь. Хорошо. Вперед! Вперед! Умри, предатель! Обеспечьте нас артиллерийской поддержкой, сержант. У меня почти кончились боеприпасы. Нас что мы можем думаешь, потерять? Что ты думаешь, я пытаюсь сделать, товарищ Штора? Повторите последнее сообщение. Я плохо слышу вас, майор. Говорите, артиллерия уже готова. Чертовски вовремя. Немедленно всем на берег реки сомнем фашистских ублюдков огонь по готовности. Всем пригнуться.
офицеров! Они вызывают подкрепление! Хорошо.
Ах!